Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. Продолжаю обзор культур, которые у меня росли в сезоне 2020. Сегодня на очереди свекла сорта цилиндра. Свекла была посажена семечком в грунт 15 мая. Грядку никак не готовил, просто взрыхлил плоскорезом Фокина. В процессе выращивания ни разу ничем не подкармливал. Пару раз за сезон полил и пока была маленькая рыхлил и пропалывал по мере роста сорняков. То есть никаких трудозатрат данная культура не требует. Убирал в середине октября. Точную дату, к сожалению, не помню. Свеклу в земле маленько передержал, но тут всегда находишься на измене, так как температура хранения свеклы около плюс 5. А если она пару недель пролежит при температуре более плюс 10, то о хранении можете забыть. Она станет мягко, как губка. Я считаю, лучше свеклу передержать в земле, чем передержать ее в теплом погребе. Урожай отличный. Со стандартного пакета семян получилось 3 12-литровых ведра крупной свеклы. Мелкую сразу отправил на компост. Но хочу отметить, что на состояние записи ролика, это 8 февраля, свекла вся стала мягкая, хотя условия хранения идеальные, плюс 5 градусов. Свекла сорта цилиндра имеет насыщенный красный цвет, гораздо краснее, чем, например, Пабло или Бордо. Всем настоятельно рекомендую. Минимальные трудозатраты, отличный результат. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Увидимся теперь не только на YouTube, но и на Яндекс.Эфире. Всем пока и удачи!